Ну давай, любимый, расскажи мне. Все для тебя. Спасибо. Все для тебя. Рассветы и закаты для тебя. Моря и океаны. Бонечка. Какая красота. Были в супермаркете с Робертом, а там, видимо, эти розы только-только привезли. Листья зеленые, такие свежие вообще. Как они пахнут, девочки, как они пахнут. Какая красотень, боже, как они пахнут. Белые розы, даже такие как белокремовые. Ну, белые, можно сказать. Ой, красотень, ой, какая красота. Обалденные. Спасибо, любимый. Спасибо большое, Фурозы. Мы купили сегодня с Робертом вот такой вот карамбольчик. Крупный, я должна вам сказать, такой мясистый. Прям классный. Кто не знает, что это такое? Это как бы фрукт-звезда его еще называют. Карамболы, крамболы. Как-то так. Его нарезают тоненько, так я сейчас покажу. Его можно использовать и как украшение там в десертах, да где угодно, просто есть его. Это называют еще звездное яблоко. Сейчас попробуем. А, и помело купила. Я пока его не буду разрезать. Разрежу, кто не знает, что такое помело. Это смесь, по-моему, грейпфрута с чем-то, не помню с чем. Такой цитрусовый. Сейчас попробуем, разрежем. Ой, ребят, как это красиво! Это вообще, посмотрите, прям звездочка. Как это красиво вообще. Давайте попробуем. Ой, какой сочный. Очень сочный. Кисловатый немножко. Пока не понимаю, на что мне похоже. Ну, такой приятный вкус. Освежающий. Захотели с Робертом попробовать еще этот помело медовый. Красавец. Такой хроматина. Карамболь съели. Сейчас дело дошло до помыла. Сейчас посмотрим, разрежем. Что ты из себя представляешь? Кабачок. Какой он ароматный, девочки, мальчики. Боже, какой он ароматный. Сейчас будем пробовать его на вкус. Красивый. Ой, красивый. Ароматный вообще. Очень вкусный. Вот толстая, толстенная кожа у него. И вот эти перепоночки, они чуть-чуточку горчат. Но они, дело даже не в том, что они горчат. Они очень плотные. Это не то, что там грейпфрут, можно их снять, можно не снять. Очень-очень плотные. Посмотрите, прям такие. Но вот когда отделяешь именно филе, это берешь, да? Боже, какое вкусное. Со мной водичку кто-то пьет. Как вкусно. Даже не могу понять, что это за вкус. Ясное дело, цитрусовое чувствуется. Как сладкий лимон, что ли. Вот что это такое. Короче, без вот этих надо перепоночек есть. Очень вкусно. Класс.